Доброе утро! Мы решили наведаться в Екатеринбург, чтобы погулять и поводить вас по тем местам, которых нет у нас. Ой, я у мамы поэт! Привет, самый компактный город-миллионник Екатеринбург! Встречай гостей, мы идем по тебе гулять! Екатеринбург. Площадь города 15 на 20 километров. В 17 километрах от Екатеринбурга проходит граница, разделяющая Европу и Азию. Первый велосипед, аналог современных моделей, был изобретен в Екатеринбурге. Сделал это крестьянин Ефим Артамонов в 1801 году. В Европе такой двухколесный транспорт появился лишь в 1839. Ботаническая, самая южная, крайняя точка метрополитена Екатеринбурга. От нее до самой крайней северной проспекта Космонавтов можно доехать за 19 минут. Это протяженность всего метрополитена. Пойдем. В метро Екатеринбурга 9 станций. В будущем планируется 39 остановок и 40 километров подземного пути. Длина действующей сети 12 километров. Для оплаты проезда используются старые московские металлические жетоны. Открылось первое метро на Урале. И пока что единственное. Что притворялся Богом, хотя про Бога и так уже много. Так что просто снимай. Я хочу, чтобы ты снял меня с поезда. Мне самолеты разонравились, а мы с тобой те еще гонщики. Starbucks – самая большая сеть кофеен и мекка всех хипстеров. В Челябинске его ждут уже который год. Ну и поэтому сами понимаете, что, прибыв в Йобург, мы не могли сюда не зайти. Когда поедете в Йобург, возьмите с собой денег побольше и бутербродов потолще. Тут дорого. Денег с собой много надо. В Екатеринбурге очень любят и поддерживают современное уличное искусство. И место, где собираются новые художники и иллюстраторы, это галерея «Свитер», в которую мы сейчас идем на юбилейную 10-ю выставку. Встретимся во дворе. «Свитер» мы называемся, потому что уличному искусству дом дать нельзя. Оно перестанет быть уличным после этого. И поэтому мы решили предложить ему свитер, теплый, уютный, чтобы ему стало немножко теплее и комфортнее. Бутылка кефира полбатона, бутылка кефира полбатона, а я сегодня дома, а я сегодня дома, а я сегодня дома один. С утра я почитаю газету и, может быть, сгоняю в кино. И в общем все равно, и в общем все равно, и в общем все равно какое. Высоцкий. До 2015 года был самым высоким небоскребом России за пределами Москвы. Его высота 188 метров, а количество этажей 54. Смотровая площадка расположилась на 52-м. Это первая в России высотка, в которой стали проводить вертикальный забег. Это как бы намек на то, что у нас следующая локация будет водная. Тайны. Раскрытие тайн. Ну и добираться до туда придется на такси. Сейчас будем искать какое-нибудь такси в Екатеринбурге. Нельзя просто взять, вот так приехать в Екатеринбург и не сходить поплавать в Лимпопо. Меня ждут 17 горок протяженностью 550 метров, и я готова скатиться по ним. Yeah, it's summer.
аквапарке 12 бассейнов, 9 водных аттракционов и 17 горок. 5 этажей – рост самой высокой горки, расположенной в аквапарке. В нем с комфортом вмещаются 1500 посетителей одновременно, а в год его посещают более 1 000 000 человек. Спустя пару часов мы вынырнули из аквапарка. Усталость смыла, как и мой макияж. Так что, пожалуй, нам пора ехать домой. Привет! Привет, Челябинск! А вот мы и дома. Да, Екатеринбург выдался многогранным. Мы были и под землей, и в воде, и высоко над уровнем земли. Нам очень понравилось. А вам мы советуем посмотреть наши выпуски, а на этот оставить комментарий и поставить лайки. Всех благ! Даем справку. 205 километров. Именно столько разделяет Челябинск и Екатеринбург. Доехать можно на чем угодно, но дешевле и быстрее будет на авто попутчиками. Проверено. Проезд в метро и наземном городском транспорте стоит 23 рубля. Захотите прогуляться по городу со стаканчиком кофе из Старбакса? Одна из кофеен есть в ТРЦ «Гринвич». По пути в галерею «Свитер» забегите на набережную реки Сеть. Там есть лавочки и голодные гули. Затем двигайте в бизнес-центр «Высоцкий», чтобы посмотреть на город свысока. Там же загляните в музей Владимира Высоцкого. Вход бесплатный. Из центра города до аквапарка Лимпопо можно добраться за 30 минут, например, на троллейбусе. А после всех водных удовольствий можно двинуть домой в Че. Опять же попутчиками. Планируйте свои насыщенные выходные вместе с нами. I can feel my face when I'm with you, but I love